Всем привет, друзья, его си канала. Сегодня будем играть в игру Farmhirato 2015. Играем на карте село Курай. Так, позже мы нам не выгрузил, полный прицеп был такой за большой. Сейчас мы его продадим. Вот так. Что поделаешь? Придется нам его столкнуть. Наши принадлежности. За большой нам на этот склад. Там на коровье этот. Ну что, поменьше будем иметь. 2 прицепа, пока у меня есть. Так, я не знаю, что делать. Пока. Вот, я такой вчера серию, помните, прибил этот прицеп. Потом покупаю немножко побольше. Там такой тоже не будет. Такой самый фильм, который был, только поменьше. Так, я вам покажу. Так. Какой там? Я не помню. Не помню. Разные, по-моему, не помню, где там было. Эти прицепы. Это не то. Вот тут. Вот такой вот потом купим со временем. Вот такой вот. Это 400, этот вот. Этот вообще, это большой очень, этот гавра такая. Это не даже эту фирму. Не эти склады, не заедешь, ничто. Буду брать вот этот вот. Вот такой вот. Вот этот, да. Вот этот вот. Вот этот буду брать. В принципе, 300 мл ЛТС for shit. Он такой самый, как этот, в принципе. Но он, как этот, так и самый. Такой самый. Но он, как бы, получше. Ну... Он не получше, конечно, но... Ну что, ехать нам получше там. Мне такой нету барамы, как там. Будет нормально. Такой маленький купим за 3000 и все. Все, пока этим маленьким поиграемся. Будет у нас 2 прицепа. Один это такой, другой такой будет. Пока фирмы еще нет, не буду еще один покупать прицеп. Да. Вот я уже приехал, вот говорю, как уже все мы купили такой прицеп, красавец, смотрите, вот такой вот красавец мы купили в прошлой серии, такого красавица. Конечно, он мало в него влезает, но хороший прицеп, тому тоже будет нормально. Эти большие объемы, только маленький, потому что маленький объем у него. Думаю, такой тракторца маленького подойдет. Упс, там и то. Надо было кость сделать Костику, чтобы он возил бы, как бы. Как бы я не знаю, как это сделать. Можем, в принципе, попробовать сделать курс, потом как-то, не помню, заигнорировать как-то, как дети. Добавить просто в этой... Курс, это такой курсик, и все. Блин, что мне только не запороть. Вон уж, с Асисом. Канал, кстати, в Ютубе есть. Нормальный человек. И делает он чем карты, там еще разбирается, другую карту, там как бы баварку, и какую другую он там делает, не знаю. Все как-то карту тоже делает. С Асисом этот. Какую-то там еще карту сделаю. Он там нет. Там техника бывает, может сделать, как я знаю, по ним. Все баги могут исправить там. Кстати, это он переделывает, делает эту карту. Село Курай, это он делал эту карту, кстати. Сейчас покажу, как это работает, чудо перья. Очень маленький объем, но я же проверенный уже мне был. Может, сфоткаться надо, фиг тут знает. Вот так вот где-то. Фоткаемся. Ту. Все. Давайте по соломам будем забирать.
И так сфоткать, а потом это... Пошла, Вадим. Смотрите. О, блин. Иди их собирать. Сразу в три ряда. Вещь, а? Быстро нагружается. Это минус большой. Вещь много быстро уже нагружается. Зато, зато, зато. Рабочий зато прицеп. Теперь надо нам не сфоткаться лучше, как полностью нагружен. Там некрасивая фотка там уже. На видео поставил. Кто поймет, что я это делаю этим прицепом. Это кто же там не заедет, в принципе. Вперед, о-о-о, видели? Сразу по полю, а ты взял. Все, поехали полностью. Так, типа я еду тут так вот, надо как-то фоткаться красивенько. Чтобы только самому не было бы по кругу. Вот так как-то, вот я еду как бы. Вам все сфоткались. Будет на видео настоять такая фотка, скриншот такой, красивенький. Стоп! Не хотел же скорость сделать, блин. Я, может, думаю, наверное, не выйдет скорость сделать, не? Ну, попробуем. Рискнем. Так. Давайте зажим здесь. Шанта. Так, и поперли. Ну, поперли. И давай. Сейчас я задержу пока. Все, как видите, я уже пишу. Курс доехал. По винодороге уже поехал. Так. Мне нравится, что он сделал это не на месте. Надо далеко мотаться тут. Там. Поле как бы. Седьмого. Легко мотаться. Ну, да? Блин, что тут? Надо еще дальше, дальше надо идти, еще открыть нам. Вот тут надо выгружать, я не помню. Так, поехали. Подъехать, чтобы только выглядеть, блин. Опа, все, подъезд, ладно. Пошла, Вадима, соломка. Я буду сыпать, солома не требуется. Дальше, солома не требуется. Все. Все. Ясно. Так. Значит, что мы делаем? Чтобы не привалили. Там не воскрутимся. Вот сейчас тут воскрутиться. Так-то. Так, и так будем скучаться. В принципе. И поедем. Ё-моё, ну он сделал шифер. Как-то не подумал. Наш автор. Ой-ой-ой, как я сделал нехорошо курсик наш любимый. Да. Тут еще надо будет где-то продажу делать. А вот не может, не надо. Сходим, хочу говорить.
Ну да что будет? Хоть примерно. Там будет давать заново потушу. Давно уже не делал подгузы, а этот обездихнул как-то. Ну и поле солома собирать. Игнорировать, не помню, почему говоря. Далеко от поля намотаться, блядь. Как. Круги писать такие. Поближе можно там поле пойти. Нафига там так далеко? Это на деревне. Их знает где. Под концом карты. Поле тут. На месте, чтобы было бы как. Карте полевая игра, вот там на месте все, там такого нету. В принципе, что тут. Там все на месте. Подъехал, тема немного подъехал, все. А тут, блин, надо мотаться. Фиг где сколько. Туда сюда, туда сюда. Опять туда сюда, туда сюда. Мотаться. Да. Так. Вот так. Все. Соломы. Солома для коров. Для коров. Зимой. Зимой. Поле. Снова поле. Так, уходим отсюда. Нагружаем. Пускай. Поехал. Так, вот это сразу это. Как будет добавить вот туда? А не по. А, блин, опять три уже добавлю. Ой. Так, надо сбивать. Ну? Он сам не понимает. Надо включить. В принципе. Нет. Нет. Блин. Мы почти свободны за этим прицелом. А, может. Подождите. Пошел собивать. Yes. Свобода всем. И вас загрузили, это не очень хорошо. А что я сегодня хочу купить? Так, торцы какие, посмотрим, сейчас тут есть такие. Да. Стоит, блин. Офигеть, нафига стоит. Масс можно купить как бы. Надо потом прокатиться, блин. Пока деньги есть, можем взять. Давайте возьмем масс этот. Масс, масс, масс. Вот этот масс, типа. Такой вот Саня какой-то сделал. Во красавец наш масс. В принципе. Да. Бурчит так бурчит. Пепел остановишь масс. Что могу сказать? В принципе, муж он доделал тут. Есть всякие недостатки тут не очень хорошо доделал, в принципе. Не крутится спидометр. Это большой минус. Сигнал есть как бы за машине.
скорость тоже, в принципе, есть, ничего не могу сказать. Ну, блин, опять же. Посадим, будем потом за... Завихловочек. Посмотрим, что по машине. КамАЗ новый или МАЗ старый? У нас используются эти дорожники, видео на МАЗе ездит. Так, вот такой самый, только там, ну, классного цвета, конечно, дорожники написаны. Катаются у нас. Ставим, что ты хочешь уже. Скоро их уже быстро. Еще ездят, они и будут ездить. Это машины вечные, можно сказать. Крепкие. Хорошие. МАЗ. Машина. Идем, поехал. Нет, еще катается, работает наш Костик. Я пока на фирму загоню. Наш МАЗ. Можем сфоткать. Сфоткаться. Сейчас можно. В принципе. Сейчас сфоткаюсь, что купил, в принципе. Так, вот так, красиво, чтобы... Такой как-то МАЗ у нас такой вот купил. Бом. Это будет на другой серии. На других сериях. Вот так. Костика все, конечно же, телефон какой старый, блин. Еще, наверное, не знаю. Спидометр, блин, спидометр не крутится. То немножко этот мод не доделан, как бы. Спидометр бы крутился, блин. Руль крутится, все крутится. Ну, спидометр не крутится. Газ, сцепление не дает, не крутится ничего. Вроде Кока-Кола лежит, карта лежит. Вода лежит, Кока-Кола, наверное, тут. Он какой-то только непослушный. Магнум стоит какой-то. Непонятно, непослушный, сказать так. Так. Вот. Новый друг к вам поехал на команду. МАЗ. Это МАЗ, только что здесь, хорошая машина, в принципе. Когда-то это было хорошо, ну, типа, заграничные эти машины всякие, там, Манны, Скани, ну, там, другие, Рено, Ренухи. Ставим наш МАЗ. Надо поставить нормально. Там будет стоять некрасиво. Купили старый МАЗ. Будем работать еще. Просто тут пока деньги нет, потом будет день, потом хочется купить быстрее. Так, не куплю. Полиси посадим еще одну. Фу. Вот наш КамАЗ. МАЗ побольше, как бы видно. Подойдем к МАЗу. Так, и нам КамАЗу. КамАЗ поменьше. И поновее. Мне нравится в КамАЗе, что тут крутится. И поновее, все красивее. Я за много выехал. Фига мне эта буханка. Называется. Я постоянно хочу красивенько же. Вот наш парк. Такой машин уже. Мазов, КамАЗов всякие тут. Вы понимаете сами. Всякие тут машины у нас тут есть. Самосвалы тут. Буханки стоят, все. Такой машин у нас парк. Ой, такой вот. Что будет всяких побольше еще машин, не сомневайтесь, что как все это.
Как и наш Косик, понял? Солнце бивает, да водится Косик наш. Давай, едь там, где написано. Что ты там трудишься, а? Вот как мы все обучили, посмотрите, как ты вот знаешь, Костик. Как ты не соберёт, не ходит. Ну, мой бы хотя бы еще купить, пока мы это себе не будем покупать. Что мы сюда себе взяли? Маску купили, хорошее дело сделали. Нам это все, что потом не будем покупать. Теперь будем собирать, буду снимать тебе на лестницу технику. Или на комбайн лучше? Как вы думаете, что лучше? Лучше, наверное, на комбайн. Как я думаю, в 20-й серии уже комбайн купим. Это может побольше. Я такую купим. А поле бы побольше у нас будет полей. В принципе. Это хорошая машинка. Ну, не будем покупать, наверное, эту. У нас пока этих двух больших машин хватает. Такая она большая, эта фирма такая очень не будет, в принципе. Так, вот добавки. Можно будет купить. Мы такую имеем уже, нафига нам. Маленькая добавка. Тракторы, блин. Этих могу вот купим. Такой МТЗ, может, купим еще. Нет, КМС-700 не будем покупать. Белорус, Т-50, вот такой, посмотрим, как тебе. Таких выборов нет, такой еще. Я буду пока такой, тем более такой, наверное. Пока и такой. По-моему, такой вовец, такой вот, К-700. Потом лесная техника у нас пойдет. Брукс этот. Ой, могу сказать, ой, щиповецка хорошая, ах. Ух, нормально. Бабукс у нас. Потом лесную технику такую купим. Ну, потом. Что потом купим? Какую технику потом купим? Лесную всякую. Ну, все, думаю, будет. Кстати, еще селки. Смотрим, потом купим, может. Как лучше покупить, это не знаю. А купим за 3000. Нам хватит. А нашей небольшой фермы нам хватит. И, может, как большие фермы будет, тогда это будет покупать. Такую лучше эту купим. Такую нет, такую не будем. Такую не будем покупать. Такую вот. Такую будем. Все, я поверно работает все. Ну, для рыбы потом наш гормончик. Ну, тут рыба он возит, как бы. Возит тоже. О, рыба нормально, все. Рабочий нас гормончик, все работает. Пока на машинах не надо. Ну, чё ты так мучаешься, а? Угу. Давайте, что я предлагаю с вами сделать. Сейчас. Что я вам предлагаю сделать? Ты поля, где покупать? Тут? Не надо поля. Вот тут. Это уже все поля для как бы купленных. Когда надо спахать, что там делать? Ну, спахать надо. Культивировать. Оп-оп-оп-оп. Значит, фига эти деньги. А, ну, не, не понимаете. Прозрачные такие вот. Ну, пускай будут. И прозрачные, так на ней нам не мешают. Посмотрите, какая-то, видите, это поле такая, а там еще посмотрим, посмотрим сейчас, какая будет.
Сейчас посмотрим. Хиосом бы еще хотел бы заняться, в принципе. Ну, не знаю. Так, видите, тут уже спахать. Не спахать, блин. Вот. Вот мы думаем всякие. А чё это? Да, садись, порядковать. Так давай ты быстрее, чё ты там? О, стоп. Что тут возиться? До завтра, наверное. Эти все остатки собираем. Все, вернулся. А работаю, в принципе. Так, вот. Чужие ломни как-то дается до работы сегодня. Самое даже побыстрее уже. Костя там крутится, вертится, вот так кругами пишет там. Просто хоть еще с собой до одного. Так с собой много. Не походу у цепь, что? Походу цепь важно. Только быстро, что нагружается, это плохо. Да. Мы сегодня с вами много что сделали, в принципе. Правда? И собрали, и все, что на, столько пожелаешь. Как он поедет. Солома для коробки. Мой боли. Так, поехали. Ближайшие точки. Попер. Ну когда ты поедешь, ты мне скажи. Все, поехал. Удаляем этот курс, это не работает. У нас курс солома для коров. А может, не знаю, почему мне фото мы не поставили этот. Блин! Что я сделал? Это ты работает, когда поставлю выставлюсь. Нормально. Седьмое поле солома собирать. Это будет понятно, что седьмое поле солома собирать. В принципе, да. Что, поехали сами съездим, блядь. Кого-то конфетти, блин, на подарки для кого. И вообще на склад затолкнуть где-то. Или продать. Много самих дел сделали, правда? Что, не так? Так. Сейчас отведем самому все, надо будем заканчивать. Сегодня же мы купили и маску купили, который мы желали этот мод. И маску купили. Поле, конечно, не до конца не наделали. Но это, я думаю, я, наверное, за кадром наделаю, думаю. Целом, это соберу до конца уже. За кадром это доделаю и вырезу. Мы с вами солому возим и возим. Там прицеп не подошел. Потом искали, где вывезти. Лифт там. И... Какая-то... Эпопея, да?
И то не знаем. И тут поехали, и тут опять. Кстати, будет World of Tanks Blitz на андроиде. На андроиде будет уже. Да, на андроиде. Но это даже еще не скоро. Я сказал, что будет World of Tanks Blitz. На андроиде, не на компе, а на андроиде. Да. Столько сил затянули. На 7 тир. Надо самому за кадром что сделать и все. Много сил затягивать за этим. Что там интересно смотреть? Что-то самое. Возьми и возьми солому. Уже 2 серии возьмем солому с вами. Или 3. Или 3, или 2. Скотчем тут же, что на продажу. Вот столкнем. Соломки надо травы им, в принципе. Ну. Как бы надо им травы бы принести. Это была бы хорошая идея. Закроем, чтобы какой-нибудь... А, есть где зайти, кстати, да. На коров наших есть где зайти. Так, сейчас. Так. Ну что, у нас... наши коровы. Давайте надо закрыть, чтобы было. Там не убежали бы. Как бывает часто. Так, убежали, закрыли. Попробуем сейчас тут. Тоже с другой стороны. В принципе, столкнуть салон. Или тут не треба, это тоже. Не треба. Соломки. Тут может треба или не треба. Я думаю, что треба. Нет. Если не треба, так не треба. Посмотрим. Нет, не треба. Не треба, не треба. Не говорю, не треба. Не надо. Это надо. Как надо. Ну блин, он сделал. Да. Надо это закрывать, потом опять закрывать. Ну что это такое? Чтобы сделал просто и выехать с другой стороны. А тут сделал так. Думаю, другой карты его будет получше, как бы, наверное. Чем это. Но это тоже не могу сказать, что она плохая. Много багов, конечно же. Он не доделал там. Есть баги пара. Не есть баги, можно сказать. На всех картах есть какие-то баги. То не угрожает, то за маленький прицеп, то там не лезет. Что тут угрожает? Выгрузка где-то тут, наверное, наезжать надо. Что мне надо выгружать? Нет. Нет. Поехали. Надо продадим их все. Не надо, так не надо. Склад не надо, так где разбираться тяжело. Где этот склад? Чёрт. Блин, там не закрыли. Надо закрыть. Потому что коровы убежат, там не будет. Так. Значит, не треба мне солома. Не треба. Так, не треба, так не треба. Не надо, так не надо.
Тут лучше пятое поле нас пахать нам. Только так не ездить, поехать с техникой, когда не все пускай стоит, что нам будет мешать, что ли. Продажи, коровы недалеко. Все. Расклад. А дальше, как бы. Дадим все, надо будем заканчивать. Всего не так много, что сделали. И солому почти с поля своего брали. И что мы еще сделали сегодня, в принципе? Что мы еще сегодня с вами сделали? Купили масс. Что нам еще надо? Ё-моё. Заедь еще им тут. Ё-моё, что ты делаешь, а? Блин. Не угрожает, что ты. А, я знаю, куда заехать уже. Наверное, знаю. Придется задом сдавать как-то. Ну, это баб тоже сделает, что маленький проезд тут. Блин, нам так не знаю. Его мы отцепил. То бишь, солома. Узнать Степана Хулеру. Сколько? Есть. Вообще фигня. Да, заехал. Скатиться теперь не могу. Вовсе выехали, да. Хотел бы уже других серий рыбы заняться, как в 20-х сериях уже рыбы хотел бы заняться. А может даже пораньше, может каких, не знаю, 13-й серии, может уже рыбы с вами заниматься. В этой карте так много серий не будет таких, может каких, ну, сколько может быть. 30 серий каких, может быть, может больше, посмотрим. Так будем все там. Полностью всю хозяйство хочу как бы развеять. 30 так точно будет? 30 так точно будет, да? Если новый фильм не выйдет, пока мы будем снимать тут. Вы фильм тогда поменьше уже. Скажите, что выйдет фильм Farming Simulator 2017. Мы тебе говорим Farming Simulator 2015, а выйдет Farming Simulator 2017, тогда этого было. Это уже забыл. Я уже этот забывал, что тогда. Ну как-то часто выходит. Вам так не кажется? Только вышел вроде этот 2015, Farming Simulator 2015, это другой. Тебе только модов столько интересных выходит на Farming Simulator 2015. Столько модов интересных выходит. Нет. Нет, все. Все, в принципе. На этом будем заканчивать. И увидимся в другой серии, продолжим. Всем пока. Сегодня мы с вами много техники сделали. Много купили. Купили прицеп, этот продали. Купили
Машину. Масс, еще один. Все, на этом будем заканчивать. Увидимся в другой серии и продолжим. Всем пока!